Ну, ребята, всем привет. Сейчас что вы видите? Обычная Windows 10, но нет, она необычная. Это даже легендарный выпуск. Я бы вам сказал. Так, картинка сдвинулась. Ну, у нее всегда этот типа сдвигающийся. Сейчас, ребят, найдем кое-что. Служебный Windows. Выполнить. Windows 10, версия 18.09. Данная версия, она очень старая. Релизик нормальные десятки. Блин, я вот тоже пытался сюда 11 накатить на виртуалку, но не вышло ничего. И да, это обычная десятка, но выпуск 18.09. Сегодня мы посмотрим, что в ней такого интересного. Я думаю, обновления еще не пойдут. Блин. Только не обновление. Пока что без обновления обойдемся. Что было нового добавлено в десятке? Тут говорят Roblox. То есть не ведитесь на это. Это все заглушки. Майнкрафт тоже заглушка. Мое любимое приложение Paint 3D. Жалко, что у меня его на 11 нет. Даже обычного Paint у меня нет. Обычный 11. Но у меня сборочка. Поэтому, потому что у меня нет теперь 2.0 безопасной загрузки и процессор. У меня Intel i5-3230M. И у него винда 11. Но я скачал сборочку. Так. Давайте-ка мы какую-нибудь картиночку сделаем. Картиночку так. Фон давайте фиолетовый. Во. И допишем. Так, текст. Текстом будет удобнее. Так, цветик, цветик. По-моему, вот такой. О, вот такой. Так. Windows 10. Выпуск 18.09. И еще с маленько. Кстати, я люблю этот выпуск, ребят, потому что в нем нет никаких обновлений. Ладно, давайте сохраним нашу картиночку. Иду съесть выпуск 18.09. Это обычная, привычная всем десятка. Сохранить. Так, сохранение. Люблю Paint 3D. Крутая штука вообще. Ну, закрывайся. Вот наша картиночка. Давайте мы ее поставим на рабочий стол. То есть, чтобы было показано то, что это Windows 10 18.09. Во! Windows 10. Выпуск 18.09. Что у нас есть? Винрар это я сам поставил, нужно было, эксперименты проводил. Что у нас тут есть? ТикТок. ТикТок на компьютере, не Microsoft. Вы какие-то странные. Что тут у нас? О, ослик. Ослик, ослик. Давайте я вам покажу, как запустить программу с помощью блокнота. Пишу название. MS Paint, я, например, хочу. Сохранить как? Все файлы. Так. Точка. Батник. И вот батфайл лох. Давайте мы его запустим. И шадо уже. Вот. И запустился Paint. Можем в нем работать. Можно поработать в пейнте. И сохранить. Вот так вот. Так что можно делать свои вирусы. Что тут ну, еще нового? Microsoft Store, который появился в Windows 8. Он, кстати, прекрасно работает, потому что я добавил свою учетную запись в Microsoft. Отпустим, пока что грузится. Что у нас еще есть?
Есть тут вентилятор предустановленный, я его сам поставил. ТикТок откуда-то. Я, ребят, ТикТок не смотрю, не думайте. Может быть, даже посмотреть сведения о системе, службы. Так, ну что там в нашу сторону? Так, Microsoft. Так, загрузился. Чё нам скачать под такого? Да всё, не грузись. Топ Геймс. А нужно же в игры поиграть, правильно, правильно. Так, ну давай, грузись. Какой-то текст, господи. Топ Геймс. Мы же в игры хотим поиграть. Так, Roblox. Ну, в Roblox точно не поиграть. Туземцы. Короче, куча всякого говна. Forza Horizon 4. Хочу Ultimate Костюм Найт. Ребята, если мы под этим роликом наберем 3 лайка, то я сниму FNAF Ultimate Костюм Найт. Если вы хотите. Стимовский. Да-да. А что-нибудь легенькое. Какой-нибудь Angry Birds. Скачаем, если он, конечно, вообще есть. Angry Birds. Что у нас тут есть? Грузись. Так, Angry Pigs. Фигня какая-то. Обои птицы. Angry Cannon Birds. Куча всякого говна. Давайте мы, например, Angry Birds 2 скачаем. Сам вам, конечно, нужен. Можно его получить бесплатно. Я нужно его получить. И он сейчас должен скачаться. Качайся. Мы уже приобрели эту игру. Ожидание. Цивилизация скачивания. Слизарио. Может, Слизарио скачать? Давайте нет. Моя библиотека. Я вообще что-то покупал вообще. Так. А почему я не могу запустить Minecraft Launcher? Что? Нужно установить Windows 10 2019 года. Ну не, я не буду еще обновление им ставить. Давайте Angry Birds 2 скачаем. Инициализация скачивания. А, пока у нас остается наш добренький Angry Birds, посмотрим, что у нас еще есть. Уже скачка пошла. Так. Средства администрирования. Ну это не интересно. Специальные возможности. Служебный Windows. Ну что-то, ребята, Paint-а нету. На моей 11-й. Так, скачивание. Пусть скачивание идет. Открытие будет долгое. Стандартные Windows. Ножницы старые добренькие. Старый добрый видео. Медиаплеер. Е-мое. Сколько же это будет качаться, ладно. О, пошло скачивание. Так, что у нас еще есть? ТикТок. Понятно, понятно. Блин, я нафига на ТикТок нажал. Блин. Теперь ТикТок будем смотреть. Вот и все. Там можно отменить этот странный ТикТок. ТикТок. Так, Angry Birds потихоньку заканчивает свою скачку. Что у нас еще есть интересненького? Музыка Groove. Видите, ребята, у меня проблема с английским. Что у нас еще есть? Paint 3D, календарь, Winrar. Angry Birds 2 еще до сих пор скачивается. Мы его потом, конечно же, в него чуть погамаем. Так. Этот компьютер. Так, там. Этот компьютер открылся.
Ну, мы не будем сейчас до 11 крышу отправляться. Я даже ее не могу запустить. Например, sources. А, например, setup. Даже не получится. Ничего, смотрите. Ну вот. Сейчас будет обычное администрирование, да. Windows code not determine the launcher to use for setup. Error code 0x8405. О, установка. TikTok. Кому его Angry Birds сюда, TikTok тоже сюда, ссылка. Так, ну что еще, может, что-нибудь легенькое TikTok. Блин, охренеть, на винде есть TikTok. Вот уже это что-то шли, блин. Давай, не грузится. Не, он даже не. Ага. Бля, ты крыса. Блин, последняя версия Microsoft Edge. Но! Закрывайся. Значит, TikTok иди в жопу, в корзинку. Шо? Пацаны, погнали. Та-дам! Angry Birds 2. Робила. Давай, работай. Так. Птичка. Блин, немножко подтормаживает, чем обычный Angry Birds. Вот я снова выживание по Windows 7. Кто не посмотрел, посмотрите. Там Angry Birds вообще шикарно шоу. Сейчас я не знаю Angry Birds 2 вообще. Давай, запускайся, игра ты, блин. Чего? Вход. Если с меня попросишь учетную запись, я с тобой не зашустиваю. Ну, давай, быстрее грузись. Тройняшки, блин. Походу, у нас задерживают, как вы сами видите. Я... Отпустите. Палец. А, два. Тачу, потом, конечно же, будет неудобно играть. Принять. Кстати, без интернета в эту игру нельзя поиграть, прикиньте. Ты хотел, блин, поиграть. Давайте птичку пульнем. Ну, круто. Так, это обучение для лохов. Ну, далее. Там, мадам. Ага. И куда тебе? Уи, все полетело. Иди в жопу, яйца не ворую. Я ему сказал, яйца не ворую, а он яйца ставлю. Ну, он дурачок. Тун-тун. Дальше. Я думаю, больше не будет уровней. А то сейчас играемся, наверное. Так, шестеренки крутятся. Да. Эй, куда? Нет. Выйти можно? Эй. Так, ладно, давайте кухнем. Angry Birds. То сейчас заиграемся еще. Нам заигрываться не надо. Ну, что сказать о данной версии?
Данная версия винды, она хороша тем, то что там выбор. Ну, хочешь ты обновляться до версии 22 последней или не хочешь? По барабану. Ну, ребята, я думаю, вам понравился, конечно же, данный ролик. Я думаю, он вам, конечно же, понравился. Если не понравился, то сорян, ребят. Просто сорян. А, ребят, всем пока.